Мы рады приветствовать вас на праздничном концерте творческих коллективов «Поклонимся великим тем годам», посвященным великой дате в жизни нашей Родины – 72-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Наш концерт проходит в рамках городского фестиваля любительского творчества патриотического направления «Мир и память», учрежденного Комитетом по культуре Санкт-Петербурга и реализуемого Домом народного творчества и досуга. Великая Отечественная война была одной из самых жестоких, самых кровопролитных войн, которые знала Россия. С каждым днем уходят вдаль те героические и трагические годы. Но память о ее героях и подвигах будет жить вечно в наших сердцах. Победа советского народа над фашизмом ознаменовала победу жизни над смертью, разума над безумием, счастья над страданием, оставив неизгладимый след в сердцах миллионов людей. От имени участников и организаторов концерта позвольте от всей души поздравить вас с этим великим и общим праздником, с Днем Великой Победы! Желаем всем здоровья и мирного неба над головой, вам, вашим близким и родным. Передо мной не стоять. Откроет наш концерт совсем еще юный участник театрально-музыкальной студии «Мы» Кронштадтского дворца культуры, руководитель студии Кулиев Джейхун Салтан Аглы. Юного участника зовут Игнатий Купавов. Он прочитает стихотворение для вас и для участников народного коллектива академического женского хора имени Марии Федоровны Заринской, Дворца культуры имени Горького. Поприветствуем их. Приветствуем, приветствуем аплодисментами. Академический женский хор – это один из старейших любительских академических хоров Санкт-Петербурга. Итак, на сцене Игнатий Купавых. Он прочитает стихотворение Влада Снегирева «Ветераны». Немного осталось из тех, кто в боях прошли до Берлина полсвета. В мороз и пургу, через горе и страх, пусть помнят живые про это. Так было. Внезапно настала война. Пришли небывалые беды. И все, что могла, отдавала страна. Для фронта, для славной победы. И каждую пять нашей русской земли смочили мы кровью и потом. Но правду враги здесь сломить не смогли. Не справились с гордым народом. Все дальше и дальше, на запад, вперед, идут и идут батальоны. Нас Родина наша к победе зовет. Огонь! Не жалея патроны! Но вот и Рейхстаг, день фашистский померк. И фрицы кричат: «Рус, сдаемся!» Мы эту войну будем помнить вовек. Клянемся, клянемся, клянемся. Игнатий Купавых, Кронштадтский дворец культуры.
На сцене народный коллектив, академический женский хор имени Марии Федоровны Заринской, Дворца культуры имени Горького. Руководитель и дирижер Юлия Давыдова, концертмейстер Галина Милютенкова. Музыка Левашова, стихи Палькина. О чем задумались поля? Thank you.
Следующий участник нашего концерта – вокальная студия «Радуга» культурно-досугового комплекса «Красносельский». Руководитель Лариса Худорожкова. Коллектив исполнит произведение под названием «Песни наших отцов». Музыка Дубравина на стихи Суслова. Встречаем на сцене хор русской песни ветеранов войны и труда «Травушка» культурно-досугового центра Калининского района, структурного подразделения Дома культуры «Галактика». Встречаем аплодисментами.
Руководитель и дирижер Зинаида Горева. Концертмейстер Михаил Руденков. Музыка народная, стихи Рылеева. Ермак. Музыка Шлемонова, стихи Мышко, «Журавли». Thank you.
Для вас пел хор русской песни ветеранов войны и труда «Травушка», руководитель и дирижер Зинаида Горева, концертмейстер Михаил Руденков. Давайте поддержим коллектив несмолкаемыми аплодисментами. Продолжает наш концерт ансамбль жестовой песни «Петербургская лексема» Дома народного творчества и досуга. Руководитель Людмила Герман. Музыка и стихи Брэндона Стоуна. «Мы за любовь». Встречаем ансамбль жестовой песни «Петербургская лексема». Детям нужна ласка и добро. Детям нужен мир безоблачный, где все светло. Дайте нам опору, укажите путь. И мы изменим этот мир, раскрасим все вокруг. Thank you.
победим зло и печаль с собой. Ансамбль жестовой песни «Петербургская лексема» Дома народного творчества и досуга. Продолжит наш концерт хоровая студия «Красное село» культурно-досугового комплекса «Красносельский». Руководитель Андрей Худошин. Встречаем! Музыка Худошина, стихи Прокофьева. «Мой Ленинград». Музыка Худонского. Весенний джаз. Thank you.
хоровая студия «Красное село» культурно-досугового комплекса «Красносельский». Руководитель и концертмейстер Андрей Худошин. А мы встречаем следующих участников нашего праздничного концерта. Народный коллектив любительского художественного творчества, академический хор имени Валентины Васильевны Айдаровой Ломоносовского городского дома культуры. Поприветствуем их! Прежде чем выступит хор, вашему вниманию исполнительница из студии художественного слова «Начало» Виктория Стоянова, культурно-досуговый центр «Красногвардейский», руководитель Елена Никитина. Виктория Стоянова прочтет для вас стихотворение Владимира Степанова «Приходят к дедушке друзья». Встречаем! Приходят к дедушке друзья, приходят в день победы. Люблю подолгу слушать я их песни и беседы. Я не прошу их повторять рассказов откровенных, ведь повторять опять терять товарищей военных, которых ищут до сих пор награды боевые. Один сержант, другой майор, а больше рядовые. Я знаю, трудно каждый год рассказывать сначала о том, как армия вперед с потерями шагала, о том, какая там пальба, как в сердце метят пули. Судьба, вздохнут они, судьба. А помнишь, как в июле я тихо рядышком сижу, но кажется порою, что это я в прицел гляжу, что я готовлюсь к бою. Приходят к дедушке друзья, приходят в день победы. Люблю подолгу слушать я их песни и беседы. Виктория Стоянова. А сейчас перед вами выступит народный коллектив. Академический хор имени Айдаровой Ломоносовского городского дома культуры. Руководитель и дирижер Дмитрий Данилов. Хормейстер Юлия Титова. Концертмейстер, лауреат международных конкурсов Александр Рубинов. Музыка Калианиди, стихи Агеева. Обработка для хора Дмитрия Данилова. В Трептов парке. Thank you.
Горького, «Жаворонок». Земли, если ваши сны мирно
следующее выступление хора ветеранов Пушкинского районного дома культуры. Руководитель и дирижер Евгения Маркова. Концертмейстер Наталья Буркова. Встречаем! Oh!
Виталий Соболев, участник Народной филармонии Выборгского дворца культуры профсоюзов, руководитель Лариса Гоголевская. Музыка Гоголевского, стихи Ашанина. «Ехал я из Берлина».
дирижер Дмитрий Данилов. Эдуард Мексин.
дирижер и композитор Евгений Федорович Казановский. Позвольте под ваши аплодисменты пригласить Евгения Федоровича на сцену. В этом году Евгений Федорович отмечает свой 80-летний юбилей. Позвольте от имени участников. Судя по тому, как вы принимаете наших участников нашего концерта, 24 мая в
13 часов трехтысячный хор, в котором будут участвовать и исполнители, которых вы сегодня здесь видели, в котором примет участие молодежные и детские хоры. Ждем вас на этом празднике песни. 24 мая в 13 часов. Милости просим, встретимся с вами на Дворцовой площади. Спасибо, а мы провожаем сводный мужской хор Санкт-Петербурга аплодисментами. Oh,
недосуга и камерный хор вдохновения комплексного центра социального обслуживания населения Московского района. Руководитель Лариса Нарышкина. Сердце словно отчаянный гром, Ленинград
дети войны. Набивались теплушки открытые, дети войны. Хоронили игрушки убитые, никогда я забыть не смогу. Кружки хлеба на белом снегу, кружки хлеба на белом снегу.
Баган, Дворца культуры имени Горького, руководитель Тамара Уравкина. Можно простить врагу.
учреждений Санкт-Петербурга «Голоса Петербурга», народный коллектив, вокальный ансамбль «Ретро-хит» Пушкинского районного дома культуры. Руководитель Виктор Коваленко. Встречаем! На
приглашается мужской хор ветеранов имени Федора Козлова, Дома офицеров Западного военного округа. Встречаем! Thank you.
участников и поздравить именно его с Днем Победы наступающим, ветеран фронтовика Александра Федоровича Несмеера, которому уже исполнилось 96. Thank you.
подошел к концу. Мы еще раз хотим от всей души пожелать ветеранам здоровья, внимания и заботы.